Приветствую вас. Наверное, что-то из того, что я скажу, вам уже говорили о моих коллегах, ну, кто-то из моих коллег, поэтому заранее хотел бы извиниться за какие-то повторения, вот, но мне кажется, важно достаточно. То, что мне бы хотелось вам сказать. Начать хотелось бы со следующего. Вообще, по описанию, я бы рекомендовал вам обратиться к врачу. То, что вы описываете, это очень похоже на депрессию. Вот, и ну, просто может быть какие-то лекарства немного облегчили бы ваше состояние для того, чтобы вы смогли подготовить себя к некоторым изменениям, к некоторым переменам, которые, ну, вам, на мой взгляд, необходимы. Вот, если вы хотите, там, грубо говоря, ну, если вы хотите себе разобраться и так далее, так далее, так далее. Вот. Второе. Вот ваша история, она важна, она интересна, ваша история, она понятна, в принципе, и в целом, но есть несколько моментов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Во-первых, вы не написали, как вы приехали из поселка в город. Это первое. То есть, ну, вы не написали, как вы приехали, на что вы рассчитывали, чего хотели, вот, почему уехали, выбирали свою работу, вот, ну, в том смысле, что каким образом вы ее выбирали, то есть, ну, вы же как-то выбрали работу, да? Это все вы не говорите. Следующее, это то, что, на мой взгляд, вы пытаетесь опереться на кого-то из людей, то есть это либо родители, либо сестра. Такое ощущение, что на саму себя вы не опираетесь. Вот. То есть у меня есть вот такое впечатление, что вы не можете опереться на себя саму. Такое ощущение, что у вас не получается как-то вот в себе найти опору для движения по жизни. Чем это может быть связано, да? Это, как правило, связано с тем, что вы склонны подавлять свои чувства. Это как как правило, связано с тем, что человек не прислушивается к себе. То есть всегда люди, это вот, ну, прям с детства такая история идет, что есть люди, которые типа знают лучше. Вот. Естественно, что это далеко не всегда так, естественно, что это, ну, как бы, от истины далеко, ровно, ну, вот насколько вообще возможно, вот, что, как бы, люди не знают, что лучше, но вот впечатление такое, оно, как бы, создается. Вот. И мне кажется, что вот вы, у вас, мне кажется, точнее, такое вот впечатление как раз с
создалось, мне кажется, у вас как раз такое впечатление создалось. Вот что кто угодно лучше знает, чем вы, что вам делать. Кто угодно лучше знает, как вам поступать. Кто угодно понимает лучше, как вам двигаться, ну, по жизни, я имею в виду, да, вот, и так далее. То есть это вот то, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание, ну, потому что это важно, как мне кажется. Вот, соответственно, у того, что вы опираетесь на других людей, есть свои основания. Как бы. У того, что вы пытаетесь опереться на других людей, есть как бы, ну, некая вот стратегия. То есть это ваша в определенной степени такая жизненная стратегия, которую вы продвигаете по своей жизни. Вот. И, конечно, на вас эта стратегия не может не влиять. Вот, естественно. Естественно. Ну, потому что как по-другому? То есть по-другому это невозможно. Так или иначе, какие-то перемены будут. Вот. Ну, в любом случае. Вот. И, собственно, вот то, что вы сейчас описываете, это вот оно самое, на мой взгляд. Дальше. Следующий момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. То, что вы не знаете, вот что вам делать. Да, и то, что вы, там, словно говоря, пытаетесь полагаться ну, на кого-то, а ваша жизнь вам кажется, ну, такой, достаточно пустой. Вот, то есть она вам кажется ну, неинтересный, может быть, да, и так далее. Вот. И что в итоге вы хотите легкости, как вы говорите, да, и так далее. Мне кажется, что легкость в данном конкретном случае, легкость это все-таки больше про следствие. Мне кажется, это следствие увлеченности, ну, вашей увлеченности процессом деятельности какой-то. Легкость это следствие следствие увлеченности тем, чем вы занимаетесь, в первую очередь. Если этого нет, если вам, там, условно говоря, ничего, например, не интересно, то нужно посмотреть, как вы в этой позиции оказались. Вот. Надо посмотреть, каким образом вы в этой позиции оказались. Вот. Нужно в этом разобраться, с этим нужно разобраться. И по возможности помочь вам научиться себя слышать. По возможности помочь вам научиться, ну, прислушиваться к себе, вот, и воспринимать себя, ну, вот немножко иначе, наверное, не так, как это делается сейчас. А вот то, что хотелось бы вам, наверное, сказать. А сейчас, по крайней мере, вот с этой вот точки зрения,
точки зрения вот этой позиции, которую вы, ну, которую озвучили вы, значит, говоря про своих там родителей, про некоторую вот систему взаимоотношений ваших между вами и там, ну, допустим, вашими родителями и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть эта система, она выглядит, ну, мягко говоря, немножко такой, знаете, я бы сказал, зависимой. То есть как будто бы вы зависимы от людей. Вот. Это нелегко, если вы зависимы от людей, это, конечно, сложно. Вот. Но это корректируется, в принципе. Если вам этого хочется. Если вы этого хотите, то это корректируется более чем. Вот. Вопрос просто в том, что я не очень уверен, хотите ли вы это корректировать, потому что вы же спрашиваете, как мне там условно добиться легкости, а я говорю вам, что здесь ситуация это больше не про легкость, здесь ситуация больше, на мой взгляд, про то, чтобы вы учились слушать себя, чтобы вы учились прислушиваться к себе, чтобы вы учились, ну, взаимодействовать как-то вот со своими чувствами, взаимодействовать как-то вот со своим переживанием, чтобы вы учились это делать на самом деле. Вот, чтобы вы учились более чувствительны быть к себе, чтобы учились лучше себя понимать. Мне кажется, это вот важнее. То, что легкость, это как бы это придет, ну, условно говоря, это придет само собой, это придет вот, ну, спустя время какое-то придет обязательно. Потому что, ну, это следствие того, что, ну, того, как вы к себе относитесь, условно говоря. Вот, поэтому тут как бы, ну, позиция, она такая. Вот. Значит, дальше. Давайте постараемся сейчас на ваши вопросы ответить, которые вы задаете. Значит, так, хочу легкости, хочу быть там, где хорошо. Ну, хорошо там, где вы есть. То есть вам с собой нехорошо. Ну, не понять почему, что мне делать. Как понять, что хочу в жизни? Это терапия. Это вот психотерапия. Я могу вот с уверенностью как-то сказать, да, что, ну, что другого способа, кроме как заняться психотерапией, я не знаю, в том смысле, что нет другого способа разобраться с собой, понять, чего вы хотите, кроме психотерапии. Вот. Потому что как бы то, чем обычно занимаются как бы люди, которым нужна помощь, как вам. Вот. Ну, вообще-то это абсолютно нормальная история. Вот. Такой вот момент. Дальше. Вы пишете, нужно ли вернуться к родителям. Ну, родители не решат ваших проблем. Это совершенно точно. Ну вот, ваши проблемы-то они связаны с тем, что у вас есть внутренний конфликт. Вот. Родители не помогут вам их решить. На какое-то время заглушить, ну да, заглушить, конечно, могут помочь, это правда. Но решить нет. Решить проблемы они вас, ну, вам не помогут и не смогут за вас, условно говоря. Вот. Поэтому такой вот, наверное, не самый утешительный момент. Я вам говорю сейчас. Вот. То есть я понимаю, что, ну, вам, скорее всего, неприятно это слышать, да, но лучше, как бы, мне кажется, правда, чем
это какие-то другие суждения. Вот, высказывания и прочее. Мне кажется, это важно. Вот. Такая вот история. Давайте вот как для начала, попробуем разобраться вот просто, ну, просто в вашей жизни, что происходит вообще. То есть, ну, куда, как вы оказались, словно, там, где вот вы сейчас. А дальше уже будет видно. Дальше уже, ну, будет как бы, ну, более очевидно, какую сторону вам двигаться. Вот, потому что вы хотите сразу решение проблемы. Ну, проблем ваших. Но вот, а так не бывает. Не бывает, чтобы проблемы решились вот сразу, условно говоря. Мне кажется, что это накопительный процесс. Вот. Мне кажется, это именно вот такой больше процесс накапливания, эффекта, результата вот. Терапии, да, психотерапии, вот, и как бы, а дальше уже постепенно будет результат. Вот. Поэтому я могу вам сказать, ну, примерно вот такой момент, примерно такой аспект могу вам сказать. Примерно так могу вам ответить я. С точки зрения вот, ну, как бы, психологии. Вот. И терапия. Психотерапия. Вот, удачи вам. Желаю всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это послужит началом работы над собой.